Ну что ж, друзья, всем привет, с вами, как всегда, Пласкун, и сегодня я решил сделать небольшое видео и рассказать про робота Крюл Урочи в игре Варроботс. Ну и, друзья, ситуация какая? Сегодня у нас 19 декабря, и разработчики начали раздавать праздничные предметы как бы в подарок к Новому году. И первым в этой марафоне подарков стал как раз робот Крюл Урочи. И давайте вот сейчас его получим. Да, это может сделать каждый, просто надо перейти в вкладку «Новости», нажать «Получить», и робот вот будет у вас, дали вот такого вот робота. И многие люди в комментариях спрашивали, мол, Пласкун, а этот робот, я вот получил его сегодня, а стоит ли его качать, и будет ли он хорошо себя показывать? Ну и тут такая забавная ситуация получилась, что буквально пару дней назад, ну, неделю, наверное, я делал видео о том, каких роботов я не советую качать. И тогда я сказал, что не стоит качать Урочи, потому что, ну, робот довольно слабый, в высоких лигах играет только в какой-нибудь там максимальной прокачке с хорошими пушками и модулями, и лучше потратить ресурсы на улучшение чего-то более актуального, что начинает тащить не в МК-3 и только с хорошими пушками, а тащит, например, на 10 уровне и, может быть, со средними пушками. Ну вот, но как бы ладно, подарки — это всегда здорово, кто бы что ни говорил, всегда хорошо, когда что-то разработчики дают бесплатно, поэтому я вот сегодня решил собрать вот такую вот сборку и посмотреть, как она будет себя показывать в реальных боях в чемпионской лиге. Ну и первое, что хочется сказать по поводу модулей. Я поставил два модуля Nuclear Amplifier и один модуль Balanced Unit. Почему Balanced Unit, а не мой любимый вот этот вот Immune Amplifier? Ну, я не знаю, честно, как так получилось, у них прокачанных не было, качать как-то то ли лень стало, то ли еще что-то. Ну вот, поэтому я решил попробовать поиграть с Balanced Unit. Он довольно дешевый, его можно купить за 4000 золота, но и это намного проще, чем выбивать вот этот вот Amplifier. Ну а Nuclear Amplifier — это мой любимый модуль, я его ставлю почти, наверное, на всех роботов по две штуки, ну, кроме Фенрира и других танков. Потому что он хорошо позволяет повысить урон робота на 80%, ну и поэтому я вот однозначно могу вот этот модуль порекомендовать. Активный модуль я поставил Phase Shift, потому что лечилка вам здесь не поможет, если Урочи начнет атаковать, у него всего там 160 тысяч прочности в МК-3, его очень быстро разберут. Поэтому лучше всего, если на вас идет толпа противников, то уходить Phase Shift и уходить на безопасное расстояние, потому что иначе вас очень быстро разберут. Но по поводу пилота я поставил мадам Бриджит. Это, наверное, лучший пилот для робота Урочи, потому что он дает ему третью способность, как вот пилот Арнав Пое для Равана в свое время тоже третий заряд способности давал. И тут точно так же. Только единственное время действия способности сокращается, но все равно, как бы, этот робот будет в инвизе дольше, чем без этого пилота. Ну а модуль я поставил Seeker, он позволяет атаковать тех, кто находится в режиме невидимости, бить других роботов Урочи, Линксов, Имуги, ну и вот этих вот всех товарищей. В общем, ладно, предлагаю не томить, а отправиться в реальный бой. А, да, пушки новые Глории, мне кажется, они сейчас лучше всего себя показывают, а Урочи как раз вот хорош на близкой дистанции, эти вот дробовики тоже подходят для близкой дистанции, но как-то вот такая вот сборка получается. Ладно, давайте пойдем в бой и посмотрим, как себя робот показывает в чемпионе. Ну вот, я начинаю бой. Так, наверное, лучше тогда знать, что опять пойдем с вами в режим гонка за маяками, потому что если мы пойдем в режим, где надо убивать только роботов противника, то, мне кажется, мы станем желанной целью для всех, потому что прочности мало. Ну вот, и мне кажется, нас бы очень быстро забрали. А здесь хотя бы надо над какой-то стратегией думать. Я думаю, вряд ли кто-то пойдет просто нас сразу убивать. Так, ну и, как видите, способность кончается очень быстро из-за пилота. Но у нас есть третий заряд, и это тоже неплохо. Так, и сейчас нам надо играть максимально аккуратно, потому что у нас всего 220 тысяч прочности. Причем это почти максимум вместе с умением пилота. Так-то без этого всего вообще 160. Ну вот, и модули я не советую ставить на этот, на прочность, потому что иначе у нас будет очень мало урона. Так, у нас там, насколько я вижу, Фенрир, и это не есть хорошо. Ну, давайте попробуем мы его разобрать. Ну да, да, видите, пушки решают, то есть, ну, понятное дело, что... Но, с другой стороны, робот, он тоже в этом плане помог, потому что мы ушли в режим невидимости, и поэтому нас...
но не смог вражеский фенрир навестись и нанести какой-то урон. Так, ну да, мы маяки захватили, сделали все правильно. Ну и если кто-то будет все-таки играть на уроче, его качать, то как бы играйте аккуратно, не надо выходить в толпу противников, это вам не танк. Это как вот я в прошлом видео делал тогда этот обзор на нового Фенрира, где меня 4 титана не могли пробить. Вот здесь так не выйдет, здесь и одного титана хватит, да даже робота, потому что прочности очень мало. Вот так, на наш домашний маяк пришли какие-то противники, давайте их попробуем разобрать. Так, это кто у нас? Это у нас Линкс, мы его разобрали. Ой, он использовал Барли, блин, ничего себе, я в шоке. Так, а это кто? Это тоже Урочи? Да, ассист нам дали. Так, это что, Урочи был? Да, это тоже Урочи, ничего себе, человек в чемпионе играет. Так, вот там летает вот товарищ на Афионе, который просто, ну, вообще очень опасен для нас. Так, мы можем его, наверное, разобрать. Так, да, мы его разобрали. В общем, от пушек многое зависит. То есть я бы не ставил крест на этом роботе. Он тоже может, видите, играть в чемпионе довольно неплохо. Но, опять же, только с хорошими пушками и только в высокой прокачке. И если есть альтернативы какие-то, например, Линкс тот же, то лучше бы все-таки убирать его. Потому что, да, вот сейчас я просто ушел, потому что я мог вот этот вот товарищ подбить. Так, давайте его вот так вот сделаем и разберем. Да, и разобрали. Так, ну и что? Мы, ну здесь идти... А, да, Тифон, Тифона мы можем разобрать вообще без проблем. Good like, видите? Вот это очень плохо. Сейчас выходит Ньютон, если бы нас поднял, это было бы вообще очень плохо. Так, надо уходить по-хорошему. Так, вот тут какой-то у нас противник выбегает. Так, а, это Энглер. Ну, давайте его попробуем разобрать. Да, разобрали. Beyond good luck на Урочи. Мне как-то даже, не знаю, стрёмно немножко, что я говорил, что робота не надо качать. Я, конечно, до сих пор так считаю, но просто будут люди потом писать в комментариях, что полоскун, ты говоришь, что робот плохой, а сам тут делаешь beyond good luck. Так, и что, мы еще титана разберем? Так, можем разобрать? Да, разобрали титана. Нет, новые глории вообще супер. Если сможете их заполучить, будет очень здорово. Но только не факт, что они вам выпадут. У них там шанс всего 20%, и то эти блоки данных ультимативно очень сложно получить. Так, у нас шарик. Что мы там с шариком? Мы его разберем же? Да, Living Legends сделали. Ага, да-да-да. Отправляем товарища в Blind. Так, что? А, ну может его еще и разберем заодно? А то что-то он... Да, разобрали Living Legend и еще двух титанов. Жесть. Но нет, вы не думаете, что робот такой прям хороший, потому что решает прокачка и пушки, потому что пушки очень классные. Ну все, бой закончился. Видите, кстати, они стрелять продолжили, а уже я ничего не нажимаю. Вот, ну в общем, что по итогу имеем? Первое место в команде, 9 убийств, захватили 6 маяков. Ну, урона мало, потому что бой довольно быстро закончился, потому что мы по маякам просто разобрали товарища. У нас вот еще был товарищ вот этот, вот, который гробовщик. Он... нет, он никого... У нас вот этот вот, который пилот, ну, на втором месте вот этот товарищ, он тоже маяки захватывал. Да, блин, тут много кто захватывал маяки, то есть у нас команда хорошая попалась. Вот, а у них как-то не особо. Да, вот как вы просили показывать, вот играли с этим товарищем, с этим, вот с этим... Ну, то есть, да, все чемпионы, кроме двух, вот, то есть, подбор вот такой вот был, чтобы потом не писали, что я в лиге этих стажеров бегаю. Ну, вот, ну, в общем, вердикт какой? Робот может тащить, я не спорю, что если вы поставите самое новое вооружение, поставите прокачанный модуль, прокачаете пилота в 70-й уровень, возьмете актуального дрона, там, все это полностью прокачаете, робот, да, будет в чемпионе тащить, но... Если бы вы взяли более актуального робота, вы бы тащили еще сильнее. И как бы, если у вас есть новые пушки, скорее всего, у вас уже есть более актуальные роботы. Зачем вам этот старый робот? Я не понимаю. Ну, в общем, мне кажется, это как-то больше для людей, которые хотят повеселиться, у которых есть возможность веселиться в Robots. И также для новичков, которые играют в лигах вроде золота, серебра, бриллианта. Я думаю, там робот даже вот без всех этих наворотов будет уже неплох. Ну а вот те люди, которые не донатят и честно прокачиваются и играют там в высоких лигах или средних, ну им я не советую этого робота качать, по крайней мере выше 10 уровня. Как временный вариант, да, а вот чтобы загонять в МК-3,
Ну, не знаю, я бы потратил ресурсы на улучшение чего-то более существенного. В общем, получается, друзья, как-то так. Надеюсь, вам это видео понравилось. Было интересно посмотреть на робота Крюл Рочи в максимальной прокачке. И если действительно вам видео понравилось, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну, а с вами, кстати, был я, Полоскун. Всем удачи, всем пока.